Для некоторых выпускников этот экзамен первый. Уже состоялась ЕГЭ по литературе и географии. Требования на всех итоговых испытаниях едины. При себе школьники не должны иметь ничего лишнего. Экзамены начинаются в 10 часов. Для работников пункта сдачи время X наступает намного раньше. В 7 часов приходит пароль, а мне уполномоченная ЕГЭ Ирина Игоревна передает диск. Я с пароля вскрываю диск, и в диске уже непосредственно выходят все протоколы по работе, по рассадке и по работе организаторов. Парты в аудиториях пронумерованы, всем выпускникам отведено строго свое место. О всех подобных тонкостях, будь то рассадка выпускников, вариант, который они будут решать, и даже кто вскроет конверт, становится известно только утром в день сдачи. В этом пункте проведения сегодня задействованы 8 кабинетов, и за каждым наблюдает несколько пар глаз преподавателей, отчего вся процедура кажется еще более волнительной. Очень волнительно. Первый экзамен, другая школа, совершенно такие эмоции, очень бушующие. Ночь была такая тяжелая, плохо было заснуть. С утра постоянно хожу, повторяю что-то про себя. Есть ведь время, которое после того, как ребята пройдут в аудиторию, проводится инструктаж. Инструктаж, который ведется до того, как будут вскрыты экзаменационные материалы. То есть время, ну, немножечко им вот в аудитории себя почувствовать более комфортно. Доброжелательно к ним относятся, и я думаю, что в какой-то мере это помогает им справиться с волнением. Среди сдающих русский язык в этом пункте 40 человек – это выпускники прошлых лет. Испытания они проходят в общем потоке, но готовились самостоятельно. Второй возможности пересдать ЕГЭ летом, как это было раньше, у бывших школьников нет. Повторная сдача для них назначена на сентябрь. Я закончила, потому что филиал в Уссурийске Владивостокского государственного университета экономики и сервиса и по профессии продавец-контролер-кассир. И немножко меня эта специальность не устроила, и я решила, что я могу достичь лучших целей своей жизни. Я решила сдать ЕГЭ и поступить в высшее учебное заведение. Всего на сдачу единых государственных экзаменов в этом году заявлено 838 человек. Самые массовые испытания, конечно же, русский язык и математика. Среди необязательных ЕГЭ, который год подряд в лидерах обществознания. Выпускники будут сдавать этот предмет 8 июня. День защиты детей станет днем сдачи математики. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс.